Совсем еще юная Алла Пугачева на ее первой записи. Заметно невооруженным взглядом, как девушка волнуется. Владимир Меньшов на съемках фильма «Любовь и голуби». Молодой Игорь Кваша. Валерий Золотухин в юные годы. Олег Янковский и Ирина Купченко на съемках художественного фильма «Поворот». Алла Пугачева в 39 лет. Три родные сестры – Аурика, София и Лидия Ротару. Фотокадр из передачи «Кабачок 13 стульев». На снимке Валентина Шарыкина, Наталья Селезнева и Антонина Жмакова. Легенда спорта Виктор Тихонов, 1978 год. Лучший спортивный комментатор Николай Озеров, 78 год. Лев Лещенко 44 года назад выглядел так же, как и сейчас. Не стареет артист ни душой, ни телом. Кстати, в этом году ему исполнится 80 лет, а Софии Ротару 75. Кинорежиссер Андрей Кончаловский в молодости. Евгений Леонов на дружеском турнире, а на фоне Николай Караченцев. Узнали? Наталья Кустинская и Леонид Гайдай на съемках фильма. Кто знает какого, напишите в комментариях. Анастасия Вертинская во время проведения Венецианского кинофестиваля в 64 году. Вячеслав Зайцев и Людмила Гурченко в начале 80-х. Любови Полищук на этом снимке почти 30 лет. Невероятно, но узнать ее можно с трудом. А справа ее муж Валерий Макаров, отец актера Алексея Макарова. Геннадий Хазанов и Эльдар Рязанов 30 лет назад. Муслим Магомаев на съемках «Голубого огонька». Понравилось? Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые интересные публикации.